Всем привет! Это игра 100 Soul. Вышла 6 дней назад. В принципе, давайте посмотрим, что она из себя представляет. Итак, персонажа я создал. В принципе, тут есть на выбор тот и тот. Поэтому давайте начинаем. То есть, есть мужской пол и есть женский пол. А. Еще никнейм. Ну, хорошо. Пускай будет стандартно Ульки. А, не то. Ульки. Да, блядь. Все окей. Понятно. Такое имя нельзя. Ну, тогда будет... Креветку. Сойдет. Не обращайте внимания, что я молчу. Просто мало ли тут заставка будет, но ее нету. Единственный, короче, минус этой игры, пока что, который я нашел, это то, что она немножко онлайн. Это огромный минус для любой ММО. И второй минус, то, что она полностью на английском языке. Может быть, конечно, в дальнейшем ее когда-нибудь переведут, но пока что на английском языке это прям реальный минус, поэтому игра пока что будет... Игра будет просто обзор на нее. Даже не обзор, а просто, знаете, давайте глянем, что она из себя представляет. Итак, нам нужно, короче, попасть в замок. Единственное, знаете что? Вот самый огромный минус, который я заметил, это то, что нету настроек игры никаких. То есть я их пока что не нашел. И для меня это прям реальный минус, потому что я бы хотел немножко графончик убавить и немножко музыку снести. Так, куда мне туда? Хорошо, идем. Гоблин босс. Вот еще тоже небольшой минус, то, что из-за записи может немножко подлайкать. То есть такие, знаете, не скажу, что микрофризы, но такое себе. Ни хера себе, у нас только просто расшибает просто. Давай, поехали. Кстати, по поводу всего остального, управление весьма удобное. Вот, как я и говорю, маленькие фризы из-за записи. Ну, ничего страшного, то есть они не критичные. Тем более в PvE. Может быть, в PvP, конечно, они будут критичные, но... А вот это пиздец как неприятно. Хорош, 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 блядь. Нихера себе меня залагало тут жестоко. Уклоняемся. Короче, эта херня настраивает. На настроение висит. Слушай, а что ты меня атакуешь, а? Атакуй вот мужика. Что-то мне подсказывает. Там...
Ну ни хрена себе. Такое туловище завалить. Короче, что-то мне подсказывает, что хрен мы его убьем. Да не, короче, нас по-любому должны победить. Так что давайте подождем, да, вот, как я и говорю. Чего прилетал, хер его знает. Так. Ну, мы, кстати, в принципе, пока что еще не играем за нашего персонажа, которого мы создали. Мы играем за, в принципе, главных героев этой игры. Странно. Ну, ладно, подождем. Посмотрим, что дальше будет. Теоретически, сейчас мы уже должны начать за нашего персонажа. Так. Сантестери. Я не могу вам перевести, что они говорят. Я их сам еле понимаю. То есть так, чуть-чуть. Так, ну давайте. А, вот, кстати, настройки. Да подожди, Кейлин, уйди. И ты уйди. Все, кыш нахуй все. Да, блядь, я на настройки нажимаю, нахер вы диалоги мне. Если, кстати, кому интересно и кто понимает, просто открывайте диалоги и смотрите. Старт батл. Серьезно, за энергию? Блядь, вы прикалываетесь нахуй. Я понимаю обычные игры, но, сука, РПГшки. Тем более онлайнские РПГшки за энергию. Сука, это же смешно, блядь. Хотя, может быть, это подземелье. То есть это... Блядь, я просто не знаю про эту игру нихера. Я ее просто скачал, запустил. Теоретически у нее нет открытого мира, поэтому... Возможно, это именно такие... Так вот, возможно, это именно такое. То есть, если это не подземелье, значит, это такая херня. То, что за энергию, блядь, это просто херь какая-то. Так, пауза. Пауза опции. Так, показывать домах, скрин, вибро отключить, вертикальная камера пускай остается, это меня все устраивает. Вот графика. А, я не могу ее выбрать, серьезно? А прикиньте, я графику не могу выбрать. Ну, ладно. Так, музыку чуть-чуть потише сделаем. Аккаунт, это меня не интересует. Серьезно, я, короче, кроме этого и этого вообще ничего не могу выбрать. Ну да ладно. Так, это, в принципе, наш уже персонаж, мы играем за нашего персонажа, мы можем поменяться, в принципе. Точнее, нет, мы не можем поменяться, мы можем как бы ультануть персонажем. Да, мы можем, короче, ультануть персонажем, который с нами бегает. Знаете, это довольно приятно. Плюс она еще с нами сражается, это приятно, ничего не скажешь. Не, ну управление тут реально удобное. Здравствуй, получи стан. Не знаю, вот, читал комментарии. Некоторые жалуются на то, что... Блять, ну вот, отец, конечно, подвисание, вот, реально, не знаю, неприятно. Так вот, некоторые жалуются, что слишком маленькие кнопки управления, ну, не знаю, я, честно говоря, как-то не замечаю. То есть, в принципе, весьма удобные и нормальные кнопки управления. В некоторых играх бывает и меньше. Но зачастую, в основном, это портированные игры, где, блять, просто, как бы, портируют и так, чисто ради прикола, добавляют кнопки. Поэтому на них хрен нажмешь толком. Вообще, теоретически, вне игры, точнее, как вне игры, короче, вне игровой херни, я думаю, можно поменять графику, то есть это именно недоступно пока что только тут. Но, честно говоря, блядь, мне игра прикалывает. Единственное, вот да, блядь, пролаги небольшие, вот, они пока что не нравятся, но, блядь, это на самом деле из-за записи. То есть, если, когда я не записываю, да, у меня нету этих фризов и всего вот этого остального. Так что я считаю, все-таки это из-за записи. Меня просто подфризивает. А так. Да, спасибо, уровень пройден. Выход. Так, это новый уровень. Замечательно. У нас, получается, с каждым новым уровнем у нас повышается количество энергии, которую мы можем использовать. Так, чуваки, но я не хочу больше... Блин, ну... Да не хочу, отъебитесь, блядь. Все, отъебитесь, суки. Короче, мне по обучению по-любому нужно проходить. Я просто хотел в графончик зайти. Ну да ладно, давайте пробежимся. Зея.
Короче, блядь, приятная игра. Приятная. Не знаю, как там дальше будет. Возможно, из-за того, что она онлайнская. Возможно, ну даже невозможно, 100% будет дисбаланс по донату и обычными игроками. Но, честно говоря, пока что я этого не замечаю, поэтому для меня пока что это приятная игра. Так что потом это по любасу скроется, как она есть. Ну, именно для меня пока что заебись все. Вообще, неплохая такая ММОшка. Еще бы знать сюжет. Еще бы знать сюжет, было бы вообще интересней. Так, у нас еще подземелье на время, зашибись. Ненавижу на время. Никакие миссии. Ну да ладно, с этим ничего не поделать. Здравствуй, друг. И умри. Так, этот живой? Нет, не живой. Пойдем, телочка. Блин, он и так очень быстро перезаряжается. Интересно, у нас так же дальше будет? Ну, я имею в виду, после вот этого обучения, будет ли с нами кто-нибудь еще ходить вот так? И тоже какие-нибудь приколюшки вот так вот удавать. Так как мне нравится их в пол впечатывать. Единственное, только я не понимаю, вот этот третий скилл, который под ультой девки, вот, он получается, смотрите, должен как бы подкидывать врага и наносить ему комбо-удар. Но возможно, возможно, это будет прокачиваться дальше, и это как бы основная способность каждого из персонажей. То есть у каждого из персонажей будет своя способность. Хер его знает, короче. Победа, бла-бла-бла, 100 золота, третий уровень. Блять, конечно, это пипец как мало. Так, еще один уровень. У нас еще поднялась энергия. Замечательно. Кэлин. Так. Какие-то души непонятные мне. Все? Обучение закончилось? Да, блядь. Так, это экипировка, да? Угу. Короче, как я понял, теоретически у нас есть один меч, который мы просто будем вечно прокачивать. Но это опять же в теории, я не знаю, как это будет на самом деле. Возможно, тут можно будет менять мечи. В теории, если тут как бы можно вот... Блядь, ну чувачки, ну заебали вы со своим обучением. Все? Нет, не все. Компания. Давайте пройдем еще один уровень. Не знаю, в принципе, памяти должно хватить. У меня просто сейчас что-то телефон подзабит немножко. Всякой дрянью я забываю почистить все время. Поэтому хрен его знает, хватит памяти, не хватит. Надеюсь, что хватит. В принципе, кстати, игра по записи очень много места не занимает. Что удивительно, с таким графончиком как бы должна как бы занимать дохера места. Так, Sanctuary Pledge. И что мне тут делать? А, продержись 2 минуты. Либо уничтожь кого-то, либо продержись. Но я, собственно, никого не вижу. Назарель, Кэль. Блин, еще горло просело. Короче, мне нужно вот эту тёлку уничтожить за 2 минуты. Давайте впечатаем ее сразу лбом в землю. Чтобы она не выебывалась и сразу поняла, кто тут на самом деле тащит. Еще раз печатаем. И еще раз печатаем. Только мне нравится ее впечатывать в стену, в землю. Ах ты ж собака. Уклонимся. Блин, она еще не на дистанции атакует. Ну да ладно, хрен с тобой. Что ты тут прыгаешь? Ты серьезно полагаешь, что своими прыжками тут что-то сделаешь? Ну, конечно, я вот думаю, если дальше будут открываться дальше еще какие-нибудь умения, в принципе, комбы крутить, это будет довольно интересно и довольно классно. Ну и давайте ее завершающим ударом в землю. Просто по красоте. Ну, ни о чем, девочка. Так, забираем мою душу. Теоретически. Я же не знаю, о чем они говорили до этого. Поэтому я предполагаю, что они забрали ее душу, либо очистили ее душу. Хер его знает, что тут вообще происходит. Одно знаю точно, что она эльфийка-лучница. И она на нас запала. Да, конечно, вот, блин. Короче, те, кто будут играть без записи, вот им зашибись.
У них не будет ни пролагивания, ничего. То есть игра реально классно идет. То есть она хорошо оптимизирована, хорошо сделана. В принципе, все по кайфу. Но вот остальным людям нужен телефон помощнее. Это вот как факт. Короче, я понял, мы попали в какую-то зону, и нам нужно было спасти и вытащить эти херобор. Ну, стандартно по канону этой игры, мы, как всегда, избранные. Мы достали этих двух девчат, и мы оказываемся снова в этом месте, в котором мы только что проходили. Ух ты, теперь у нас есть две девчонки. Это хорошо, давайте посмотрим, что Лифика делает. Она тоже набивает стан врагам, и мы, в принципе, также можем впечатывать их в землю. Давайте их еще достанем. И просто будем добивать. Давай, Эльфика. Блин, это реально классно. Ну не подлагивай, пожалуйста. Так хорошо идет все. Так, тут еще один. А, это босс. Ну да ладно. Не в того, конечно. Ну да, хрен с вами. Так. Не, боевка классная. Вот что-что, но боевка классная. Может быть... Пока что она кажется весьма однообразной, но я думаю, чуть-чуть попозже она будет более разнообразной, так как мы будем открывать больше и больше всякого. Ну что, куда дальше идем? А, все, никуда не идем. Хорошо. Нет, куда-то идем. Куда? Короче, я понял. Мы собираем разных девчат. Либо еще кого-то, которые будут сопровождать нас и помогать нам в боевке. Такое ощущение, что вот эта розоволосая где-то в аниме была. Не помню только в каком, но я ее часто вижу там. Кто-нибудь мемчики выкидывает или что-нибудь такое. Часто вижу подобного персонажа. Так что, если кто знает, напишите, откуда примерно похожая хрень есть. Я хрен его знаю. Вспомнил. Клинок, рассекающий демонов. По-моему, там есть разволосая такая же. Ну, либо не такая же, но похожая. Итак. Что-то у нас загружается, но я предполагаю, что это домашняя страничка. Нам предлагают потом. Мне это интересно закрыть. Так. Это пройдено, это забрать. Угу, спасибо. Это тоже можно забрать. Хорошо. Так, вот мы получаем эльфийку. Так. Гильдия, что-то еще. Арена, батл. Коллекция, ивенты, магазин. Давайте в магазин заглянем, посмотрим, что там есть. Это, конечно, не магазин. Это что-то другое. Вот, как я и сказал, мы можем одеть на себя персонажа. Получается двух персонажей, то есть второй открывается, не помню когда. Но мы можем это сделать. Так, одежка меняется. Блин, ну хорош с обучением, ребят. Заебали, я хочу сам все поделать, отъебись. Кэш-шоп. И что тут делать? Блядь, ну серьезно, вы меня, блядь, еще по обучениям нахер поводите это, магазинов. Так, ну это какая-то херобора непонятная. Что-то типа алтаря, где мы можем призывать типа части других персонажей или всякие плюшки. Теоретически. Даже не теоретически, а в принципе оно так и есть. Так, закрыть. Давайте еще тут. Давай. Пока бесплатно можно, в принципе. Какую-то открыл, хорошо. Какие-то кристаллы. Ладно, это с этим я потом разберусь. Давайте, а тут еще можно бесплатно крутануть. И тоже нихера, ну да ладно. Что за что и почему, это уже потом разберемся. Так, как тебя закрыть? Уйди. Значит, я хотел посмотреть. Ну да, как я и сказал, в игре нельзя графику ставить. Вот эффекты нужно выключить, это точно. Shade, это, по-моему, тень. Хер его знает, не помню. Frame rate. Ладно, с этим я потом разберусь. И пока так посмотрю. Так, значит, это компания, да? Да-да-да. Нет, да, нет. Хер его знает. А... Теоретически это, короче, компания персонажей, где мы можем открывать каких-то персонажей, либо секретные скиллы для персонажей. Так, коллекция. Что у нас коллекция? Заткнись.
Да отъебись ты от меня нахер, а? Что такое приставучая? Короче, тут можно добывать что-то, либо охотиться, хер его знает. Короче, ребят, вот честно, в душе не ебу, что тут, к чему и так далее. Я думаю, может быть, сниму второе видео, полазю по настройкам, посмотрю, что к чему и так далее, и почему. Ага, это наше пассивное умение, как я понял. Да, это наш билд с пассивными умениями. Отъебись, ну да, хук с собой апгрейд давай. Так, психическая атака, задняя атака, дамаж, да. Короче, понятно, да. А, ладно, так, ивенты. Давайте посмотрим, что за ивент. Угу, 7 дней, бла-бла-бла. Что у нас дают тут? Всякие приколюшки. Что у нас дадут за последний день, дуди? Так, это первый день. Седьмой день. Ну, перейдем. А, окей, нельзя переходить. Ладно. В принципе, что себя представляет эта игра, вы видели. В принципе, она неплохая. Она довольно интересная, может быть. Может быть, в нее даже можно пробовать интересно. И... В принципе, если в сюжетном плане не мешает никак донат, то есть можно без доната и без дикого люктового фарма, как мы знаем, китайские или японские игры, блядь, они просто, знаете, это вечный-вечный бесконечный гринд. То есть если без этого можно в эту игру играть, то эта игра просто будет шедевр. Если нельзя, значит игра будет довольно посредственным проходником. Поэтому хрен его знает, как тут есть. Я думаю, что в принципе игра существует 6 дней. Я думаю, за это время уже кто-нибудь допрошил ее всю. И он может больше рассказать о ней, чем я. Поэтому все. На этом, собственно, все. Всем пока. Увидимся в следующей серии. Удачи.